с Тимом. Какие они все взрослые. Совсем еще дети. Лучше уходи отсюда. Что там у тебя? Чего ты там прячешь? Стой! Стой! Что, не понял? Камеру убери! Здравствуйте. Я Илья Нестеров, ваш адвокат по назначению. Мальчик принес в колледж обрез. Он хотел кого-то убить. Обрез не нашли. Что думаете, у него реально ствол был? Прикиньте, он мог нас начкануть. Полицейская убила пацана. Осудят ее, в полиции служат одни убийцы. Отпустят полицейский произвол и безнаказанность. А там дочка красивая. Она погибла 3 года назад. А кто она тебе? Что ты так за нее бьешься? Она моя подзащитная. Ты что, решил на пацана что все повесить? Вон пошел! Тихо! Может быть, кто-то из этих ребят и подобрал обрез. Так вы мне верите? Ты что, сука, слила? Ты вообще не врубаешь, а? Ну, а? Она тобой манипулировала, чтобы скостить срок. А ты бегал за ней, как овечка.